статьи 29 Жилищного кодекса, которая вот как раз говорит о возможности реализовать с торгов помещения вот такого недобросовестного собственника, который произвел самовольную перепланировку, отказывается там каким-то образом восстанавливать в первоначальном состоянии квартиру, либо узаканивать эту перепланировку. В общем-то, эта статья у нас на территории области тоже применяется достаточно активно, уже несколько лет. В свое время была по указу губернатора создана межведомственная комиссия как раз по организации деятельности органов местного самоуправления по контролю за перепланировками. В общем-то, вот первый опыт еще оттуда, это, наверное, трехлетней давности. Одно из первых дел у нас было в Тутаевском районе. Там, собственно, собственник снес часть конструкций строительных у себя, при этом на втором этаже здания осталась в подвешенном состоянии печь, которая, в общем-то, на все эти конструкции давила. Суд первой инстанции вынес решение о том, чтобы реализовать с торгов это помещение, но собственник, сразу же поняв, что он может потерять свое имущество, он подал апелляцию и за время, пока во второй инстанции дело пересматривалось, восстановил все в первоначальном состоянии. То есть у нас по нашей области, как правило, происходит именно таким образом.